Так, добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Жуков Александр. И, как всегда, по понедельникам у нас аналитический семинар, посвященный по счетам. Начнем, как всегда, с статистики. За прошлую неделю было открыто новых 40 ПАМ счетов. Объемы инвестиций составили 1 972 тысячи долларов. Перейдем к рассмотрению наших основных управляющих. Если у вас будут возникать вопросы, вы можете задавать их в чате. По мере возможности я на них буду отвечать. У кого нет видео, просто обновитесь, нажмите F5, страница будет обновлена и видео появится. В целом, неделя выдалась не очень удачной для наших управляющих. Большинство из них закрыли неделю в красной зоне. Но обо всем по порядку. Итак, первый счет Махонин. К сожалению, не смог он вывести счет из просадки. Достаточно резко провалился, почти отыгрался и потом опять ушел вниз. Сейчас до сих пор позиции открыты. В целом, просадка, конечно, не усугубилась. Но, тем не менее, я до сих пор ожидаю от него выход из вот этой просадки. Пока он достаточно серьезными объемами в рынке. В случае удачного движения рынка он может достаточно быстро выйти из этой просадки. Вот. Но тем не менее, пока здесь сомнительные, скажем так, дела. Но тем не менее, если посмотреть, подобные просадки вот уже были, когда он также примерно падал, но потом достаточно резко вырос. Вот, поэтому, в принципе, здесь на восстановлении заработать можно достаточно быстро и достаточно приличную сумму. Я думаю, 30% здесь снять буквально за день, за два вполне реально. Далее, Индиана. Индиана за прошлую неделю также минус 2,2%. Вот небольшая коррекция здесь была. Ну, здесь как раз беспокоиться не о чем, здесь абсолютно рабочее движение, тренд общий, конечно же, идет вверх. Далее, Кулман. Загрузка по Махонину, загрузки были на самом деле. Ну, может быть, чуть поменьше, да, то есть эта просадка достигала 70. Здесь чуть больше, но тоже сейчас в районе 70 также балансирует. Вот, ну, в целом ситуация, на мой взгляд, похожа и повторяется. Так, Кулман на прошлой неделе также в минусе, минус 2%. Тоже небольшая коррекция после обновления максимума. Тоже пока ничего страшного не вижу здесь. Далее, Stability. Стабилити на прошлой неделе плюс 0,04%. То есть небольшой, но все-таки плюс. Вот, ну, счет консервативный, можно сказать, остался при своих. Далее, Петров Иван. Так же, как и большинство управляющих, продолжает свое падение. Минус 9,3%. На прошлой неделе, собственно говоря, большинство из управляющих так сильно просадилось именно на английском фунте стерлингов. Было, собственно говоря, выступление нового министра финансов на прошлой неделе. Вот. Ну и соответствующим образом рынок отреагировал. К сожалению, многие управляющие выбрали неверное направление. Вот. Но тем не менее, пока Петров, на мой взгляд, Иван, критических значений не достиг и тоже, на мой взгляд, отыграется, но отыгрываться он будет не резко, а в течение, например, 2 месяцев, я думаю. Далее, Петров. Так, мы перескочили на АВП. Давайте рассмотрим АВП. АВП на прошлой неделе плюс АВП обычный. Плюс 3,15%.
Вот, ну и что, отскочил и, собственно говоря, приблизился к максимуму. Ну, по всей вероятности, до максимума таки дотянет. Так, Петров. Петров сегодня, конечно же, он в плюсе, тем не менее, ситуация катастрофическая. Ходил он и ниже нуля значения, и это явный сигнал о том, что имеет смысл отсюда выходить. Здесь такой уже длительный кризис, и перспектив здесь достаточно мало, на мой взгляд. Вот, поэтому здесь, конечно, надо выходить. Так, далее Валерес. Валерес минус 1/10 на прошлой неделе. Вот, собственно говоря, небольшое изменение. Можно сказать, остался при своих. Далее, Алекс Че. Алекс Че на прошлой неделе плюс 7,8%. Максимум он обновил. Ну, здесь как раз все достаточно неплохо. Так. Далее The Purpose. Плюс 2,3%. Вот. В целом движение мы видели, могло быть, конечно, и больше, но немного под конец недели отскочил вниз, скорректировался. Тем не менее, закрыл неделю достаточно уверенно. Далее. Куал. На прошлой неделе плюс 9,4%. Это, собственно говоря, лидер роста за прошлую неделю. Почти достиг он локального максимума, но пока тренд есть, и я думаю, что вполне ему по силам продолжить движение вверх, так что прогноз скорее положительный. Далее, Лего. Лего остался при своих, уже давно достаточно не торгует. В длительном отпуске, видимо. Далее, Мистер Голд. Мистер Голд минус 15 сотых. Тоже небольшая коррекция. Практически на графике это незаметно. Успех также не открывался. Альфонсо Фонд. Альфонсо Фонд плюс 0,6%. Вот мы видим, что отчасти отыграл он ту просадку, которая у него была. Но опять же, максимум пока не обновлял, то есть есть еще к чему стремиться. Далее. Морозов X. Морозов X также пострадал на фунте, но фунт у него держался еще очень давно, позицию открывал еще до новостей, но тем не менее минус 9,9% потерял, вот это было сильное движение. Вот, достаточно серьезные потери для него. Далее, Big Mac. Также в весьма плачевном состоянии сейчас находится, но над тем не менее, прошлую неделю закрыл в плюсе, плюс 0,9%. Вот, тоже, собственно говоря, наравне с Петром кандидат на вылет из портфелей. Вот портфель, я думаю, что мы в ближайшее время будем пересматривать. Я думаю, что как раз на этой неделе. Далее, АТМ. АТМ в отпуске у нас не торговал. Уже вторую неделю не торгует. Так, Джимми Хэт. Шумихет плюс 1% на прошлой неделе. Вот, мог быть, конечно, больше, но немного скорректировался. Плюс, конечно, открылся сегодня в минусе. Вот, ну а в целом, конечно, пока идет достаточно уверенно.
Ну и рассмотрим потенциальный интерес управляющих. Первый счет новичок. Новичок он достаточно условным. Это управляющий Low Risk Trade. Мы уже отчасти касались его на семинарах, разбирали. Вот. В целом идет достаточно неплохо. Неплохая у него и оферта. Есть, конечно, вопрос именно по вот этому промежутку с явным перегрузом депозита. Вот. Ну и начальный этап можно, скажем так, списать на разгон. Сейчас же это более-менее ровно, с достаточно небольшой загрузкой депозита, используем кредитным плечом, то есть действительно low risk. Вот. Ну и счет, который можно потенциально попробовать инвестировать, называется он Cool Flame. Был у нас новичком совсем недавно, тем не менее подтвердил пока свой статус, точнее подтверждает, продолжает идти вверх, зарабатывать достаточно неплохо по оферте. Тоже, в принципе, все доступно. То есть, если инвестируете даже от $85, вознаграждение будет уже 35%. То есть, достаточно такая диверсифицированная оферта. Вот. Ну и если брать показатель «используем кредитного плеча», то это скорее умеренно агрессивный счет. То есть консервативным я его назову, не назову, но и агрессивным он тоже не является. Вот, так что пока вырисовывается вполне добротный счет. Единственное, что смущает, это, конечно же, еще его возраст. То есть открыт он только в конце января. Вот, ну, буквально ему там через месяц будет полгода. Название Cool Flame. Вот, так что последите и небольшую сумму попробуйте инвестировать туда можно. Вот. Ну, по поводу управляющих, которых я сегодня хотел вам рассказать, закончили. Давайте, наверное, перейдем уже к вашим вопросам. И узнаем. Так, собираюсь начать инвестировать в ближайшее время. Какой средний процент можно получать в неделю или месяц? На самом деле все будет зависеть именно от тех управляющих, которые вы подберете, потому что как раз, скажем так, такой офф-топ, наверняка вы обратили, что %1000%. С 21 июня. Ну, можете считать сами, буквально там за 2 недели. Такой вот достаточно неплохой показатель. Вот, поэтому, еще раз повторюсь, все достаточно индивидуально, все зависит от управляющих, от тех рисков, которые вы готовы пойти. Вот, поэтому выбирайте управляющих, можете самостоятельно. Сразу, например, предупреждаю, что инвестировать в подобных управляющих лично я не советую, потому что очень большие риски и очень большой шанс потерять достаточно все. Достаточно много, достаточно быстро. Я бы посоветовал остановиться на каких-то более консервативных управляющих, которые более стабильны, но дают, например, 3-5-7% в месяц. Это, собственно говоря, нормальная прибыль для таких вот управляющих. Так, рассмотрите, пожалуйста, доктор Алекс. Давайте рассмотрим. Судя по всему, счет достаточно консервативный, торгует он вручную. Сделки долго не держит, хотя есть периоды. Так.
Ну, на мой взгляд, пока все-таки рановато в него инвестировать. Несмотря на то, что загрузка депозита, то есть использование кредитного плеча небольшое, график достаточно волатильный. То есть есть вероятность, что он работает именно по металлам. Вот, а металлы это сами по себе достаточно опасно. Вот взять того же Invisible Trader, если кто достаточно давно инвестирует, наверняка знаком с этим управляющим, как он на серебре прогорел. Вот, поэтому пока я бы советовал просто последить, посмотреть, что будет дальше. Пока для меня не очевидна ни динамика, ни именно стратегия его. Так, Костас. А к Махонину, да, еще вернемся обязательно. Сейчас дойдем. Так, ну по Костасу. Можете сказать. Так, Хохла. Хохла тоже неплохой управляющий. Тоже у нас он был в портфелях в одно время. Вот, но потом ушел в просадку и сейчас, в принципе, восстанавливается. Вот, то есть в целом стратегия у него достаточно... Могут быть периоды. Вверх, и этим можно пользоваться. То есть инвестировать сюда попробовать можно, но стоит быть готовым к разворотам. Вот, особенно показательный, например, вот этот период. Да, вот если взять вот этот именно отрезок, очень уж он похож именно с тем, что сейчас происходит. То есть он вполне может также максимума с пика скатиться вниз. Вот, достаточно резко, что очень бы не хотелось. Вот, так что принимайте это тоже, пожалуйста. Так, Inner. Так, по Inner. По Inner я бы сейчас на самом деле посоветовал фиксироваться. Максимум он обновился, просадки вышел. И, на мой взгляд, с очень большой долей вероятности пойдет он корректироваться вниз. Вот, так что я бы лично сейчас вышел. В принципе, прибыль должна быть уже неплохая, особенно если те, кто ходил на просадки. Так, на выжидательной позиции лучше смотреть без участия. Так, по Махонину. По Махонину ситуация, конечно, тяжелая достаточно, с одной стороны, но... другой, отскочить он может. То есть, если посмотреть, очень текущая ситуация похожа именно с тем, что было вот где-то в середине 2011 года, когда достаточно резко просел, да, вот такими же, скажем так, просадки, и потом достаточно быстро вышел. То же самое здесь, вполне он может это сделать на форуме. Он, кстати говоря, отписывался по текущей ситуации, просадки он эти подтвердил и также сказал, что абсолютно рабочий момент для его торговой стратегии. Ну, в принципе, торговал он достаточно долго уже без просадок. Вот. Пока он в рынке достаточно большим объемом, поэтому в случае удачного движения для его торговой системы из просадки он будет выходить достаточно быстро. Вот. Так что... в целом, если вы еще там, да, то есть если еще в Махонине, то подержать пока можно. Если думаете входить сейчас или нет, то я бы пока подождал именно начала разворота и уже потом бы вошел. Вот.
Петров. Петров на самом деле тоже на прошлой неделе на фунте просадку получил. Вот. По нему я ожидаю, конечно, восстановления, но восстановление не такого резкого, например, как от Махонина. Восстанавливаться, я думаю, он будет медленно, и лето до обновления максимума 2 месяца вполне он может восстанавливаться, поэтому пока там просадка не достигла критических значений. Так. Лыснер. Так, Лыснер скатился вниз и потенциально может выстрелить. Вот, но не устаю я, скажем так, повторять каждый раз, каждый семинар по Лыснеру, что для меня не совсем очевиден именно вот этот рост, да, и чем он занимался до этого 2 года. Но, тем не менее, если абстрагироваться от всего вышесказанного и рассматривать текущую ситуацию, то, в принципе, есть просадка, есть потенциал роста, скажем так, до предыдущего максимума, поэтому сейчас он в рынке, и сюда попробовать как раз на рост можно зайти. Вот, позиция у него открыта. Вот, то есть начался очередной, скажем так, период, поэтому, судя по всему, до максимума он может дойти. Так, Анжелика. Вот как раз немного другая ситуация по Анжелике, потому что здесь она росла-росла, сейчас идет явное замедление роста, хоть и было недавно обновление максимума. Пока скорее это сигнал на то, что может быть перелом тренда. Поэтому здесь бы входить, торопиться я бы точно не советовал. То есть здесь уже немного другой рост, в отличие от того, что он или она показывала ранее. Так, Натаворн. Угу. Еще один космонавт. Ну, это, по всей вероятности, скальпер. Типичный скальпер, судя по всему, заходит в рынок на короткий промежуток времени, сразу большим объемом. Чем хорош скальпинг, что до поры до времени он может, скажем так, помочь. Именно подобные движения показывать, но тем не менее скальпинг отчасти, ну как не знаю, как бы побратим мартингела, потому что не всегда скальперы ставят стопы, ну take profit ставят наверняка всегда, а вот стоп-лоссы не всегда, то есть могут сидеть в рынке до победного, то есть именно до то есть до take profit-а. Вот. Это чревато именно достаточно резкими потерями, да, то есть со всеми вытекающими последствиями, которые характерны именно мартингейлу. Вот. Поэтому это достаточно опасная стратегия, на мой взгляд, и сейчас, тем более на пике, я бы пока повременил со входом, просто бы понаблюдал. Потому что, еще раз повторюсь, было достаточно много таких управляющих в свое время, да, то есть вспомнить 1%, так назывался счет, то есть который делал там несколько процентов в день скальпингом и прекращал торговлю. Но всех их ждала, скажем так, одна и та же участь. Все они сейчас в ликвидированных счетах. Поэтому, на мой взгляд, не стоит вестись на такой красивый график. Так, Drink. Drink тоже, по-моему, знакомый счет. По-моему, он мартингельщик. Угу.
Нет, не мартингельщик он. Ну, сейчас в целом достаточно неплохо для его торговой стратегии. Но он как раз тоже, наверное, 500. Ну что ж, в целом достаточно неплохо. Достаточно неплохо, но смущает именно то, что он сейчас. Вот, и счет, в принципе, точно не консервативный. Вот, поэтому это, скажем так, свои минусы. А в целом, залетел достаточно неплохо. Надо, конечно, смотреть, куда он пойдет дальше. Для агрессивных, скажем так, инвесторов можно и сейчас, конечно, попробовать инвестировать на надежды на продолжение роста. Тем не менее, для консервативных, наверное, инвесторов я бы пока не советовал входить именно исходя из того, что счет просто на максимуме. Так, оптимум 7. Так, по оптимуму, ну, затяжной флэт, и здесь что-то такого дающегося счет уже достаточно давно не показывает, еще с 2011 года, судя по всему, нет. Уже год, можно сказать, болтается в нулях, поэтому чем-то здесь интересным, на мой взгляд, и не пахнет. Счет максимум не обновлял год. Это нехороший показатель. Так, бриктоп. Ну, бриктоп на самом деле та же стратегия, что Alfonso Fonte. Alfonso Fonte у нас портфелях, поэтому прогноз, наверное, тот же. Пока в портфелях он у нас есть, и также надеемся на разворот. Вот, так что пока ждать. Так, Алекс Романов. Это, конечно, отдельный персонаж, знакомый с этим управляющим, конечно, заочно, но тем не менее. Очень показательный. То есть, смотрите, большую часть доходности он сделал за три сделки. Вот смотрите, раз, два, три. Дальше идет Мартин, в том числе внутридневной. Пока везет. Пока везет, но тем не менее вот эти свечи это очень-очень нехорошо. То есть внутри дня он уже просаживается достаточно серьезно, и там процентов 20, наверное, он наверняка уже терял. Вот, поэтому для меня это, конечно же, ну, скажем так, тот управляющий, которого я бы лично никогда не инвестировал. То есть здесь явно что-то нечисто, скажем так, потому что мы видим, что опубликовал он счет только после того, как счет разогнал. То есть чисто теоретически он мог параллельно этому счету открыть еще несколько таких же счетов, таким же образом, например, открывать сделки, вот просто в обратном направлении. То есть тот, например, счет мог слиться, этот счет, например, мог выстрелить. Ну, это так называемый перелив, вот с чем компания достаточно активно борется. Но тем не менее, это было на непубличных счетах в то время. Вот. А здесь, собственно говоря, выбрал
тот единственный счет, который выстрелил, и только после этого опубликовал. То есть фактически стратегия, он начала действовать именно только отсюда, потому что здесь фактически было открытие сделок на удачу. Ну, это чисто мой взгляд, то есть я точно, конечно же, не знаю, вот, но это то, что вижу я. Далее идет стратегия. Стратегия основана на Мартине, что тоже не есть хорошо. Поэтому здесь скорее больше минусов, чем плюсов, даже несмотря на то, что сейчас доходность достаточно неплохая, и управляющий явно нашел свою публику, потому что объемы инвестиций в него явно растут, превысили 60 тысяч долларов. Вот. Тем не менее, на мой взгляд, перспектива у него достаточно смутная. Так. Джимми Хэт мы рассматривали, прогноз положительный, движение пока идет достаточно неплохое. Гуру. Так, ну этот как раз тот самый критический момент, ну вот, для счета, поэтому где-то восстановление исторического минимума практически. Вот, поэтому входить сейчас бы я просто не советовал. Рассматривал как раз перед семинаром этого управляющего. Разогнался хорошо, но по сути тоже чистый Мартин. График красивый, конечно, у Диметра. Вот, тоже опубликовался, только смотрите, заметьте, после того, как уже разогнался. Вот, если мы взглянем на используем кредитное плечо, мы поймем все прелести Мартингейла. Если хотите, можем прямо посчитать, сколько он потерял вот, в течение дня. Даже считать не придется. Он потерял 66%. Это так, на скидку. То есть 2/3 было потери. То есть от пиковых значений 1600 он опускался до нижних значений 509. То есть больше, чем 2/3 он как раз здесь потерял. Вот. То есть представьте себе такую ситуацию, вы в него инвестировали именно в этот день, и под конец дня фиксируете убыток в 66%. На мой взгляд, хорошего здесь мало, и особенно если вы выставили ограничение убытков, вылетели вы, конечно же, с этими ограничениями в этот день. Но тем не менее, если мы посмотрим график, на графике мы эту просадку не заметим. На графике он закрылся в этот день в плюсе. То есть в итоге вывел счет в плюсе. Но тем не менее, у людей, которые есть ограничение убытков, именно вот в этот день, плюсовой день, вылетели по ограничению и зафиксировали вот эти вот внутридневные убытки. Это вот как раз один из минусов Мартингейла. Вот, так что счет-график красивый, но рано или поздно обычно рынок таких наказывает. Вот. Тоже далеко за примером ходить не надо, тоже управляющий Санчо Пенс. Санчо Панчо. Так. Здесь у нас сразу ряд счетов, которые хотели бы рассмотреть люди. Давайте прямо по порядку. Money Flow. По Money Flow, как раз какой-то из инвесторов меня на прошлой неделе, на прошлой неделе спрашивал про него. Вот я
рекомендовал инвестировать, да, где-то вот здесь мы были. Конечно же, в этот день он немного скорректировался вниз, но тем не менее, в итоге неделю закрыл в плюсе. Вот, так что в целом, на мой взгляд, он вполне может продолжить восстанавливаться. Вот, так что пока здесь управляющего все достаточно неплохо и есть куда расти. Что у нас там железная линия, может и потом называться Арбитечер. На самом деле, Евгений, именно в сервисе ПАМ-счетов данный персонаж достаточно известен. И Iron Lady счетов, наверное, слил уже немерено. Я, по-моему, даже на прошлом семинаре показывал, вот мы искали в архиве ПАМ-счетов, сколько было слитых счетов в Iron Lady. Так вот, здесь, наверное, скорее это для именно развлечения открывается, и целью зарабатывания денег, наверное, она не ставит, или он не ставит. Вот. Так что это скорее такой счет, счет, не знаю, однодневкой я его не назову, но тем не менее, серьезным я бы его тоже не назвал. Александр, слишком много непонятных знаков. Пишите, пожалуйста, у вас либо вопрос возникает, либо вы так указываете, что вам все понятно. Просто даже людей вот уже в чате вижу смущает это. Так, ну вернемся к нашим управляющим. Так, ОСПА. В целом все достаточно неплохо. Идет динамика вверх, идет под 45 градусов, собственно говоря, как по учебникам. Вот. Но тем не менее, к нареканиям на его торговлю у меня лично нет. Просто если так заглянуть на его форум, вот у нас было нарекание именно его по форуме, потому что он гарантировал доходность. Вот, здесь как раз была запись о том, что доходность будет гарантирована и так далее. На самом деле гарантировать доходность никто не может, и это скорее как рекламный ход можно расценивать, поэтому это как раз единственное, что, наверное, портит именно мое впечатление об этом управляющем. То есть, несмотря на весь всю красоту графика, доходность гарантировать не может никто, нигде и никогда. Даже в банках депозиты не гарантированы. Так. Ну, в чате вы пишете, Александр, то есть и звездочки, и плюсики. Остальные вас видят, и я в том числе. Так, Комов. Угу. Комов восстанавливается. Посмотрим по загрузке. Ну, до максимума он вполне может добраться. Сейчас загрузка у него уже до достаточно высокого уровня для него, поэтому не исключаю того, что до сюда он может доберется, а здесь уже можно и фиксироваться. Поэтому попробовать инвестировать можно, но еще расчет достаточно агрессивный. Так, CS Forex.
Так, ну тоже пока ничего критичного вот в этой личной просадке я не наблюдаю. Подождать начала роста, инвестировать сюда вполне можно. То есть это будет, например, как вот здесь. Похожая ситуация. По загрузке депозита ничего не менялось, усредняться он не усредняется, поэтому пока все достаточно тоже неплохо, на мой взгляд. Так, Индиана. Так, Индиану мы рассматривали. Общая динамика продолжается, вот, несмотря на просадку. Локальную. Так, Роботрон. Роботрон начал валиться вниз. Видимо, тоже по фунту. Так, ну, по поводу входа сюда, на мой взгляд, рано. Разворот не начался. А по поводу выхода, в принципе, еще подождать можно. Пересидеть в надежде на разворот, чтобы не такой сильный минус фиксировать хотя бы вот до этой просадки, либо даже вот до этой. Как опустится, можно будет выходить. Так, мистер Файн. Тоже на самом деле ситуация, что и была в прошлой неделе, по этому управляющему, несмотря на то, что сейчас идет восстановление, да, инвестировать в принципе чисто теоретически можно, просто меня пугает именно то, что было до этого. Падал, потому что он гораздо больше, чем гораздо быстрее, чем рос. Поэтому как бы так ни приключилось, что в один прекрасный день он повторит вот эту просадку, и боюсь, что она просто может быть фатальной для счета. Поэтому здесь скорее я бы рассмотрел альтернативные другие варианты. По ETC есть тренд, есть рост, но есть замедление роста. То есть здесь уже не будет такого агрессивного. Вот, поэтому в целом попробовать инвестировать можно, но надеяться на такой рост уже не стоит. То есть я думаю, что управляющий уже близок к своему максимуму, скажем так. Так, Fair Game. Ну вот, собственно говоря, как я и прогнозировал на прошлой неделе, цикл подошел к концу. Советую это инвестировать. Закончился цикл, можно смело фиксироваться. Можно смело фиксироваться. По всей вероятности, сейчас здесь будет период флета, то есть такой период будет рисоваться, потому что ну, здесь как раз читается его торговая стратегия, и это отчетливо видно. Вот, поэтому, в принципе, можно фиксироваться и ждать очередное движение, как он откроется. Так, Fairgame Ice 12. Так, по Айсу пока, к сожалению, нечем мне порадовать. У вас пока тренд идет вниз, поэтому не советую пока инвестировать. Рига. Рига сейчас стоит на фунте, обратная Морозов Иксу, поэтому в целом мне вот не нравятся именно подобные счета. Не раз я заострял свое внимание на том, что позиции он открыл. Давайте посмотрим.
то есть еще в прошлом году позицию открыл и с тех пор держит позицию, да, то есть по фунту. И следует графику фунта, поэтому, на мой взгляд, не за что платить здесь управляющим вознаграждение, поэтому не совсем очевидно. Так, FX Manager. Ну, по FX Manager, на самом деле, тоже, что и по Бриктопу, тоже, что и по Альфонсо Фонту, стратегия там одна и та же. Вот, поэтому рассматривать его не будем. Can be free. Can be free. Тренд вниз. А инвестировать пока явно не стоит сюда. Так, Eternal. Так, а вот Eternal наоборот. Идет тренд вверх. Давайте посмотрим по загрузке. Угу. В принципе, сюда инвестировать можно. Вполне он может продолжить свой рост. Пока используем кредитное плечо достаточно незначительное. И вполне допустим, что продолжится. Так что да, сюда по крайней мере в сравнении с остальными можно инвестировать. Так, далее Судзука 12. Так, а вот здесь уже идет с обновлением максимума. Тоже уже позиция закрыта. То есть результат зафиксирован, по поводу дальнейшего роста не факт. Вот, поэтому пока я бы не торопился сюда входить, посмотрел бы, как он откроет новый, скажем так, цикл. Вот, и, на мой взгляд, сейчас достаточно неплохое время для фиксации этого результата, счет на максимуме, если кто-то сюда инвестировал. Так, Т101. Вот, Т101 также, как и по Риге. Ситуация такая, что близок он к максимуму, максимум обновил, но фактически держит он, так, держит он просто позицию открытую достаточно уже давно, и, судя по всему, это евро-доллар. Вот, в принципе, неплохое время именно для фиксации результата, вот он сейчас максимум обновит, и где-нибудь на этой неделе уже можно будет. Так, Robinhood. Угу. Ну, Robinhood, судя по всему, взял перерыв, потому что на прошлой неделе не торговал и на... Так, что это у нас такое? Фактически последний раз открывался еще в июне. Видимо, отдыхает товарищ, поэтому сейчас бы я бы не торопился сюда входить. Надо смотреть именно, как он откроется, когда придет. Так, Gulp. И пошел корректироваться вниз. Хорошее время именно для выхода. Корректировался. Вот. И потом уже смотрел. Счет в просадке. И есть потенциальный разворот. Еще и Мартин Гилли. В принципе, он может вполне отскочить. То есть это Мартин. Такой не агрессивный, но тем не менее. Вот, так что
В принципе, сюда можно попробовать инвестировать. И вот на локальном максимуме, как только он достигнет значения начала июля, можно будет фиксироваться. То есть здесь как раз на таком краткосрочном периоде заработать можно. Так. Юджин 12. Ну, к подобным счетам я тоже не очень хорошо отношусь. Наверняка уже это заметили. Непонятно, чем до этого заниматься. Сейчас продолжение роста вообще абсолютно не очевидно. И просто по именно теории сейчас ходить не очень хорошо. Именно потому, что он на максимуме. Вот, поэтому я бы, конечно, сюда не вошел бы. Вот, именно экстремалы инвесторы. Так, ярпок. Так, ну, Епрока, Trend is my friend, сейчас, конечно, не очень его друг, потому что тренд, конечно, здесь сейчас отрицательно идет, но и это как раз скальпер. То есть видим, что в основном сделки совершаются внутри дня, вот, со всеми вытекающими последствиями. Вот, скажем так, Мартин внутридневной со свечкой вниз. Здесь это тоже мы наблюдали. Вот, поэтому сейчас пока нет, входить вы не советую, потому что динамика идет вниз, тренд вниз. Влад Шеффилд. Шеффилд тоже мартингельщик. Давайте возьмем его из счетов. График красивый, но тем не менее. Вот эти вот его свечки меня напрягают. Вот, поэтому, скажем так, Мартин есть, ну, Мартин контролируемый отчасти, и просто пока, наверное, у него еще история не такая большая, чтобы я в него, например, поверил. Да? Потому что вот есть, например, тот же управляющий Алекс Че или там Кулман, где Мартин используется. Тем не менее, я к ним еще достаточно так осторожно отношусь, потому что были прецеденты. Вот. А здесь счет относительно молодой и с тоже таким агрессивным Мартином, поэтому пока здесь скорее нет, чем да, потому что это Мартин. Как вы относитесь к инвестициям не только в ПАМ, а еще и инвестиционные фонды? Где-то читал статью. Да, в принципе, нормально отношусь, просто это немного разные продукты, и для диверсификации инвестиций можно рассматривать и тот, и другой продукт именно вкупе. То есть инвестиционные фонды – это достаточно консервативный вид инвестирования. На мой взгляд, доходность там приближена именно к банковским процентам, поэтому инвестировать надо тоже в инвестиционные фонды, ну, более агрессивные, скажем так, например, в те же электроэнергетику, в металл отчасти, если это именно такой кризисный период, потому что металл – это антикризисный вариант. Вот. Ну или в развитие высокотехнологических компаний или там развитие экономики США. Вот. Только так он может выйти на какую-то доходность такую приемлемую, порядка 20-25% годовых. Вот. Если инвестировать просто в какие-то сбалансированные там фонды, которые, дай бог, выйдут на банковские проценты, то не всегда. Вот, поэтому надо смотреть. Все зависит от фонда. А так, в целом, я, конечно же, не против. Диверсификация важна не только внутри ПАМ-счетов, но и в целом. То есть не стоит инвестировать, например, все средства только в ПАМ-счета. Это лично мое мнение.
Так, в город. В город. Тоже, если не ошибаюсь, также держит позицию. Ну да. Вот, позицию он держит, практически не корректируя. Поэтому то же, что и Рига, то же, что и Т-101, да и Морозов Икс, люди просто открывают позицию в MetaTrader'е и имеют прибыль с этого, да, то есть потому что инвесторы инвестируют в него, а он просто ничего не делает и вознаграждение свое берет в случае прибыли, опять же. Поэтому я не сторонник этих счетов и не понимаю, за что им платить вознаграждение. То есть так же, как обычный инвестор, может просто открыть сделку соответствующим образом в MetaTrader'е и уже смотреть самостоятельно, ничего не платить. Какие счета предлагали еще Invest? Вы имеете в виду по будущим портфелям? Пока я полностью информацию раскрыть не могу. Это будет, наверное, в ближайшую неделю. Вот, как раз, может быть, на следующей неделе мы и посмотрим. Ну, Александр, на самом деле я вижу ваши сообщения, и все остальные инвесторы тоже видят. Возможно, именно отображение с чатом что-то у вас. Возможно, имеет смысл обновить, попробовать страницу. Может быть, это поможет. По крайней мере, то, что вы пишете, мы видим. Так, ну, сегодня мы с вами и так, наверное, много задержались. Давайте еще буквально блиц. 1-2 счета разберу. Если остались, конечно, можете написать в чате. У вас по счетам нет вопросов, не возникло? Ну, по своим. Ну, по своим, то чего же. Так, ну, судя по всему, считаю, все-таки разобрал все, потому что так не записали. В любом случае, если останутся вопросы, можете всегда обращаться к нам в компанию. Напомню, что также записи семинаров теперь доступны на сайте, на форуме компании. Давайте я вам покажу, где их располагаются. Поэтому даже если вы опоздали на семинар, не волнуйтесь, посмотреть всегда его можно. Это находится семинар на форуме, то есть можно взять просто любой счет, например, тот же вот в город. Можем перейти на его форум прямо отсюда, ветка на русском форуме. Нам нужен раздел инвестиции. И вот они, новый раздел, называется инвестиционные семинары. И вот здесь записи еженедельных обзоров выкладываются, поэтому всегда можете пересмотреть. Если что-то упустили, не волнуйтесь. Все теперь есть. Здесь же, кстати говоря, можете задать вопросы по семинарам. Вот. Мы будем рады вам помочь. Вот. Ну а вопросы, которые не успели сегодня задать по управляющим, можете задать нашим специалистам, просто позвонив в компанию, либо сформировать ваши вопросы к нашим уже следующим семинарам, который пройдет уже в следующий понедельник. Я также буду рад на них ответить. Вот. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Спасибо за ваше внимание. Надеюсь, семинар был для вас полезен. До скорых встреч и удачных инвестиций.